Приветствую вас, с вами Ирина, и сегодня я хочу поговорить о совсем новом проекте, о проекте, который создал наш админ проекта RevJob. Его зовут Мигель, вы все это прекрасно знаете. Буквально вчера вечером стартанул новый проект, который называется Power. В этом видео я покажу, как правильно зарегистрироваться. Оказывается, некоторые не знают, как это сделать, поэтому проведу видеообзор по регистрации. Итак, вы проходите по ссылке вашего спонсора и попадаете вот на такую страничку. Первое, что нужно сделать, это нажать первый квадратик. Обязательно первый квадратик. Нажимаете его. Он становится голубенького цвета. Дальше все потихонечку, все поля заполняем. Имя пользователя, то есть указываем свой логин, email, прописываем. Дальше пароль. Подтверждаем пароль еще раз, спускаемся колесиком ниже. Желаемый пин придумывайте сами. 4 циферки. Пин нужен для вывода денег. Поэтому все свои данные, логин, пароль, пин-код, все записываем в тетрадку. Не надейтесь на свою память, она может подвести. Рядом в поле указываем только год рождения. Месяц, день не нужно, только год рождения. Дальше тут в следующем поле вы не можете ничего заполнить, но тут указан ваш спонсор. Проверяете, ваш ли это спонсор. Спускаемся ниже колесиком, выбираем копчу. Если не знаем, что это такое, обновляем на красную кнопочку. Либо переводим, это кто как хочет. Система определяет вашу страну. Обязательно ставим галочку и нажимаем кнопочку регистрация. Я нажимать не буду, потому что у меня уже аккаунт есть. Я просто перейду в свой аккаунт. После того, как вы нажали кнопочку регистрация, на вашу почту, на email придет письмо. В этом письме будет ссылка, по которой нужно пройти и подтвердить регистрацию. Таким образом, вы проходите по ссылке и активируете свой кабинет. Я перехожу в свой кабинет. При входе в кабинет система автоматом выдает email. Вы его удаляете и вставляете ваш логин. Прописываете пароль и нажимаете кнопочку «Авторизироваться». Я нахожусь в своем кабинете. У меня есть уже POV Cash начисления. Это начисления идут за рефералов. За каждого реферала дают по 5 POV Cash. Очень необычное название. Да, вот если мы прокрутим, мы увидим, вот за каждого реферала в статистике дают по 5 PV кэш. 500, что это мне дали? 500. Давайте попробуем перевести. Я даже сама не знаю, что это такое. Достижение. То есть идет еще бонусная награда за достижение определенного количества рефералов, наверное. Вот если я перейду в своих рефералов, у меня 21 реферал. Значит, за 20, я так думаю, за 20 рефералов идет 500 поинтов. Да, будем говорить поинтов. Это более нормальное название. Бонус 500. Итак, где находится ваша реферальная ссылка? Я вернулась на домашнюю страничку. Реферальная ссылка. Нажимаем на подвкладочку «Рефералы». И спускаемся до третьей подвкладочки Tools. Нажимаем ее. И вот здесь находится ваша реферальная ссылка. Ваша реферальная ссылка для приглашений. Все, копируете ее и отправляете своим партнерам, своим будущим партнерам. Все остальное я буду записывать постепенно в каждом видео отдельно. То есть первое видео у нас идет регистрация. Дальше я переведу вот эти 550 PV кэш на от баланса. Они переводятся. Я уже сегодня пробовала, переводила. С от баланса, естественно, как и в проекте RevJob, мы сможем покупать пакет. Как это делать, я запишу в следующем видео. Ну а на сегодня
Пока все. Если информация была полезной, подписывайтесь на мой канал, получайте самые свежие видео, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы под этим видео, звоните мне на Skype. А я желаю вам больших чеков и дружных команд.